работать-то будет. Да, во-первых, я думаю, без меня бы там все развалили к обеням, раз. Второе, Даша, это идея бы, блядь. Да. Ну, а вот, кстати, здесь место под Ладу сразу запарковано. Ну что, дорого жилье стоит? Не уверен. Все реально. Музей Риска исключительно интересен. До того интересен, что прош уши сводит. Ого, девчонки, смотрите, как классно.